Здравствуйте, меня зовут Нина Тимофеевна Цой, мне 70 лет. Я впервые об этом препарате Химахим услышала весной. Мне как-то племянница говорит, у меня была постоянно усталость, мне племянница говорит, попейте, говорит, Химахим, я говорю, где его взять? И они мне привезли с Кореи, прямо приехала через, прислали с Кореи. И я начала весной пить этот Химахим. А как раз к лету уже ближе, значит, началась вот эта пандемия, это коронавирус, и у меня в тот момент заболела сестра и племянник. И у меня надо было ездить, я одна. Я когда стала этот химахим пить, я стала чувствовать, что у меня больше сил. Я пила утром и вечером. И вы представляете, когда я начала пить, действительно, я почувствовала силу. Я ездила в самую жару в Ангрен, потом похоронила племянника, сама одна, все в жару. Потом, значит, у меня сестра заболела коронавирусом, я за ней бегала. Но я при том, при этом постоянно пила вот этот химахим. Я думаю, что вот этот химахим мне дал, ну, придало силы. Кроме этого, я вот общалась с коронавирусниками. Я когда пошла сдавать ПЦР, я думала, что я тоже заразилась от них коронавирусом. Но у меня постоянно давал отрицательный результат. Я считаю, что вот от того, что у меня кровообращение работало, от того, что у меня иммунитет повысился. Поэтому я в тот период вот не заболела даже коронавирусом. Мне почему этот химахим еще помогает? У меня постоянно давление. Я его пью, у меня нет давления. Но я пью лекарства, правда, все равно совсем не отменила. Но пью химахим, я меньше пью лекарства от давления. Потому что у меня как-то давление стабилизируется. Поэтому я теперь узнала, что вот есть вот атоми, вот меня Нонна Николаевна привлекла. И теперь я знаю, что не надо мне просить, чтобы скорее выслали. Я здесь подписалась, я здесь могу спокойно приобрести этот химахим и спокойно его пить. Я просто знаю, что химахим действительно дает эффект организму. Да, вот теперь я даю. Вот я уговорила Владимира, вот он тоже сейчас будет пить. Но пить надо вот этот препарат, ну, с надеждой, что действительно поможет. Конечно. Если просто так говорить, а, этот препарат может помочь, может нет, тогда нет. Но я, например, была уверена, что летом, в самую жару, когда мне было так тяжело, я бегала, но я утром к вечеру системно пила, и у меня как-то были силы. Я поэтому считаю, что все-таки препарат химахим, он очень действует на организм престарелых, то есть обновляет организм, дает силы. Поэтому вот я даже уговорила своего друга тоже употреблять и работать с нами. Я извиняюсь, что перебила. Но действительно, этот препарат не только придает силу, оно очищает весь организм. В первую очередь иммунитет. Иммунитет. Да. Очищение крови, очищение кишечника, убивает раковые клетки и придает действительно много энергии и силы. Поэтому пожалуйста, все покупайте препарат Химахим и подключайтесь,